Здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики и гости моего YouTube-канала. В предстоящее воскресенье, 5 декабря, в 10 часов утра по московскому времени, на базе школы козоводства состоится онлайн-экскурсия «Как поднять русскую ферму с помощью европейского опыта. Часть 2». Из вебинара вы узнаете о двух успешных немецких фермах с совершенно различными видами деятельности. Так, небольшая ферма Петры Эльзен, где содержится порядка 90 дойных голов, обслуживается всего тремя женщинами, нет ни одного сотрудника мужчины. При этом направление данной фермы – это производство и реализация молочной и мясной продукции козоводства. Имеется небольшая сыроварня и свой магазинчик. Ну а ферма Вулканхоф – это, пожалуй, самая знаменитая ферма Германии. Каждый немецкий козовод когда-либо слышал это название. На ферме содержится 300 животных, коз, я имею в виду 300 коз. Работают на ферме не только владельцы данного хозяйства, но еще имеется большое количество наемных рабочих. И сфера деятельности – это агротуризм. Самые различные его направления, о чем вы тоже узнаете, как же развивают агротуризм в Европе, в частности, на самой успешной ферме Германии. Каждая из этих ферм существует уже около 40 лет и, соответственно, пережила не один экономический кризис. При этом не только не закрывшись во время кризиса, но и успешно развиваясь дальше. Таким образом, если вы планируете развиваться в области сыроделия с минимум финансовых вложений и без привлечения сторонней рабочей силы, то опыт Петры Эльзен для вас, и я вас жду на нашем вебинаре. Те, кто планирует развиваться в области агротуризма, я тоже вас жду на нашей онлайн-лекции «Как поднять русскую ферму с помощью европейского опыта. Часть 2. В воскресенье в 10 часов утра по московскому времени. Так как опыт самой успешной немецкой фермы Вулканхоф вам обязательно пригодится. Под этим видео я опубликую ссылку, нажав на которую вы можете оставить заявку на участие в онлайн-экскурсии «Как поднять русскую ферму с помощью европейского опыта. Часть 2». До встречи в воскресенье!